Нет, так получилось. Давай, давай, Варан. Что у тебя там прокручено? Ничего, наверное. А, Хейдзе, точно. 11 круток есть. Или вначале стандарт прокрутить? Давай. Не хочешь, кстати, 9 круток по одной, чтобы типа у тебя было не 11, а 20 потом? А потом уже по десятке. Нет. Ну и ладно. Давай десятку. Вообще я хотел 3-0. А, ладно, для 9. А чё, почему ладно? Ну я почему-то думал, что мне Лего выпадет, как назло. Почему как назло? Я вообще хотел... Сам я же тебе говорил, типа, если ты на ряда байт, то хотел, чтобы она тоже попала в возможность выпасть. Ну, его же не в 3-0 выпустили. Ну да, в 3-0. Ну блин, настолько не крутить стандарт, это как-то тяжко. Ой, это первый драконий рык, жестко. Чё? Чё? Ты рофлишь? 11 круток. Это... 12-е. Так. У меня... Ты, блин. У меня всего... Мне никогда не везет, я никогда не выигрываю. Залутал 3 лиги, вот на десятке, а теперь ещё и минус 20 минут. Моя, так сказать, неудача из 3 слитых гарантов. Хорошо. У меня 4 подряд проигрыши. Что тебе напомнить об этом? Ну, видимо, ты отдала удачу мне. Так, ага. у меня сейчас есть 91 крутка. Даже если ты проиграешь, то все равно ее вывезешь. Я думал, да, что если я проиграю, мне придется собирать еще весь баннер, и факт, что я соберу. Но мы сейчас проверим, выиграл я или нет. 8-я. 12-я крутка. А, 12-я. 13-я крутка. 14-я крутка. 15-я крутка. 15-я. Блин, если я не смог... Ладно, не буду ничего говорить. 17-я крутка. 18-я. Напугал тебя? Здорово. 19-я. Ну вот! Это 20-я крутка, да? Подожди, нет, 21-я. Разве? Ну, жмякнем. А, 20-я, да. Жмякнем. Да, 20-я крутка, я имею. Офигеть. Ну, что я могу сказать? Поздравляю! Капец. Лаки чел. Лаки чел. Так, это получается я не выбил... Два раза подряд ты выиграл 50 на 50, это точно. Нет, я не в этом плане. Я в том плане, что я не выбил С6 Юнзи. Как С6 Нинван. Ну, покрути еще. Выбей С1 Юйми. У тебя собран след на Юйми? Ну, конечно, нет, ты же не... Конечно, не нет. Я дам... Ну, ты опять, короче, будешь... У тебя... 2 сета там на 8 персонажей. Тебе не стыдно? Ну, блин, я... Да и лука на нее нормального... А, нет, есть, ладно, все. Я думала, у тебя выше этих нет. Вообще. Здорово. Ой. А, активирует, пошел, да? А что ты талант почаще тебя сейчас уровень не повышает? Ладно, давай покрутим. Хорошо. Поманяешь слабости. Давай, замутай мне еще 3 леки десятки. О, боже мой, почему у тебя нет леки сейчас? Почему у тебя все больше леки падают? Не дело. Ой, кстати, Юнзин же, она же как раз прекрасна для имени будет заходить. Так что давай... Давай убивай. Ну знаешь, мне на баннере Райден упало 4 Синьяни, только после этого мне упала Сара. Класс. Так что терпи, казак. Или казак, не знаю. О, тебя его ни разу не было? Нет, да. Мы сейчас с Анитой пульсе крутили, ей тоже выпал церемониальный меч впервые.
за 58 рангов. А потом мы пошли крутить ей просто ивентовый баннер, и ей там еще две штуки упало. Кстати, да, надо было путь крутить. Ну ладно. Хотя бы хорошо, у меня же ржавый. Ну и пусть очевидно лучше для нее, чем ржавый. Не зачем, если у меня ржавый есть. Ну, чтобы ну, типа, мне она была чуть мечты. Какой-нибудь этот меч на Сигмун этот, на Яку. Будет, да? Ну, а может будет тоже. Это какая уж десятка? Я не знаю, не считаю. Скипни десятку. А? Скипни? Скипни десятку. Ну. Класс. Ой, бедняга. Ты там все гемы прёшь. Мне кажется, что не раз хочу. Ладно, представь. Ты тут так это... Ну, реально, тут последний приход был. Руку. Ну да, за такую эпики можно выбить следом. Да, может, по одной штучке до эпика. Потому что сейчас, мне кажется, уже опасно крутить дальше. Давай. Или докрутим. Ой, у тебя уже фунтинянь, кстати. For now, but friends are forever.